Привет, друзья! 5 октября 2019 года. Сегодня у нас праздник, День Учителя. Всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии, я поздравляю с праздником. И пусть они вместе с остальными посмотрят, что же у нас получилось при выращивании семян лука и кабешонка. Все ролики, все этапы есть на канале. Я потом как-нибудь соберу в одну кучу. Во-первых, он высох, легко ломается. Это хорошо. Смотрим сюда. Коробочки потрескались, и там уже видны черненькие семена лука. Если я их потрясу, то они уже начинают выпадывать. Остальные тоже уже потрескались. Сейчас я для удобства обломаю палочку. Вот. Как доставать семена? Можно просто вот так постучать. Они у меня лежат в коробке. Но так все семена не вылезут, много остается. Поэтому мы их вот так сейчас руками оторвем. Довольно легко отрываются уже, когда высохли. Завязалось семян на одной головке процентов, наверное, 60. Может, чуть больше. Вот так просто выращивать семена лука эксибишн. Осталось только их хорошо извлечь. В коробке удобно, никуда не разлетаются. Не важно, каким способом, собственно говоря. Если их много, наверное, можно и ногами по ним походить, высыпав эти головки на какую-нибудь там ткань, пленку. Первый этап мы сделали, отделили семена и коробки от семенников лука. Теперь, как пишут в старинных учебниках, в старинных книгах, надо взять рукавицы, холщи, толстые рукавицы какие-нибудь, и перетирать их между собой. Но у меня их нету, поэтому я оставлю их еще здесь лежать некоторое время, чтобы они еще подсохли. Когда они хорошо просохнут, я еще их перемну, буду мять их, чтобы полностью разрушить коробочки, в которых лежат семена. И потом отвеем все это дело на ветру. Вот они, черные семена. Как можно видеть, их довольно много. Я слегка подул, и мусор уже улетел. Я штук 10-15 положу на проращивание сейчас, чтобы посмотреть схожесть. И потом поделюсь с вами, как они прорастают. Выращивайте свои семена эксибишн, да и других луков. Это все очень просто делается. Те, кто соберется выращивать лук, не забудьте отобрать самые большие, самые красивые головки лука на семена, то чтобы не было как в прошлом году, а мы уже их съели. Некоторые люди мне писали. Я отобрал в этом году 6 штук, где-то грамм по 600 они весом, вот эти головки, и буду хранить пока их в комнате. Этот лук имеет тонкую шкуру, вот она уже начинает трескаться. Значит, следующая сочная чешуйка тоже начнет сыхать. Но это так, для информации. Итак, отбирайте самый красивый лук, который вам нравится, без болезней, чтобы он был тверденький. Убирайте его куда-нибудь подальше, чтобы никто не съел.
и смотрите мои видео, как выращивать семена лука Exhibition. На этом все. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще много интересного.